Всем привет! Сегодня мы приготовим вкуснейший, ароматный, но при этом постный гороховый суп. Вы на канале «Еда, готовься!» Среди продуктов растительного происхождения сушеный горох по содержанию белка один из первых. На 100 грамм гороха приходится 20 грамм белка. Спасибо, что заглянули на наш канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это блюдо. И, конечно, подписывайтесь, потому что у нас регулярно появляются новые рецепты. До новых встреч!